Возложение цветов к стеле на площади Свободы в День независимости уже давно стало традицией. Ветераны, представители городской вертикали власти, руководители общественных объединений, организаций, дипломатических миссий – всех объединил этот важный праздник. Уже многое сделано для того, чтобы увековечить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Оказывается, посильная помощь ветеранам. Однако многое еще предстоит. Это задача современного поколения брещан, которые сегодня развивают наш город. Этот праздник мы встречаем уже во втором тысячелетии нашей истории и осознаем и понимаем, что только в независимом государстве, только самостоятельно определяя в том числе и городские приоритеты, развивая нашу экономику, мы можем жить счастливо, гармонично и спокойно. Я думаю, что сегодня Брест, город Брест, олицетворяет вот эту независимость, олицетворяет наше развитие. Возложением цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и минуты молчания участники действия по традиции почтили память защитников цитадели. Легендарный подвиг солдат укрепления остался особой историей в летописи Великой войны. Отдавая честь павшим и живым, по площади церемониалов торжественным маршем прошли нынешние защитники Отечества. К счастью, в мирное время в руках солдат оружие лишь на парадах и учениях. Сегодня регион, несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, продолжает работать и развиваться, делать уверенные шаги вперед. Предприятия работают, от пандемии потихоньку уходим, значит, начинаем уборку. Хоть погода немножко нас сдерживает, но это нормально. Сельскохозяйственные предприятия готовы. Поэтому спокойствие в городе, в области, поэтому это тоже вызывает оптимизм в том, что наши люди понимают, значит, те задачи, которые стоят перед нами. И я уверен, что они будут выполняться, невзирая на какие-то трудности. Кроме того, на территории мемориала сегодня была торжественно открыта новая экспозиция. Она посвящена подвигу защитников Восточного форта Цитадели. Многочисленные фотографии, экспозиции о судьбах женщин, тематический блок, посвященный легендарному защитнику крепости Петру Гаврилову. Об этом и о многом другом повествует большая выставка, которая теперь доступна для просмотра всем желающим. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.